Ну и знаете ж это видео. Столько времени прошло, а у меня все не было возможности рассказать вам, с какими же крутыми выпускниками мы работали в этом году. А их оказалось, на секундочку, более 100 человек. 100 и более выпускников. Да это что-то невероятное. Такого количества эмоций я не испытывал уже очень давно. Мы застревали в автобусе, бегали с дымовыми шашками, играли в мафию, заставляли выпускников говорить правду, получали в свой адрес кучу матершинства от местных жителей Белокузьминовки за то, что не уступили дорогу коровам, проводили эксперименты по физике, плавали в озере с камерой без защиты, запускали китайские фонарики, жарили зефир с колбасой на костре, обмазывали друг друга красками, угощали шампанским мою камеру, не один раз провожали закат, бегали по футбольному полю, катались и падали на роликах, пугались пауков, просто останавливались ночью посреди поля, чтобы разжечь срочно костер и сделать крутой кадр. И все это во время дождя. И нет, мы не сожгли поле, а сделали все по красоте, качественно, как я люблю. Мы встречали рассвет всем классом на Белокузьминовке, на что далеко не каждый согласился бы. А результат превзошел все наши ожидания. Мы репетировали, смеялись и отжигали по полной. Мы сделали 7 дублей выпускного вальса подряд, прямо на площади Краматорска, чтобы сделать все идеально. Это лишь малая часть того, что происходило на съемках этих чумовых проектов. Я хочу сказать вам огромное спасибо, ребята, за то, что вы такие классные, за то, что мы смогли сделать такие крутые клипы, фильмы и даже опробовали новые форматы. Огромное спасибо родителям, преподавателям за доверие и возможность стать частью вашей истории. Это круто и очень приятно. Если вы думаете о том, какого видеооператора выбрать на ваше торжество, посмотрите наши работы, и они не оставят вас равнодушными. Я уже знаю, что предложить выпускникам 2021 года, и я уверен, что именно вы сможете опробовать услуги видеосъемки от Денисюк Films. Вы также можете посетить наш веб-сайт и социальные сети, чтобы посмотреть, какие услуги мы оказываем. Также не забудьте подписаться на канал и поставить палец вверх под этим видео. Увидимся на съемках. Удачи!